Машер, мадемуазель, мы с огромной гордостью и глубокой радостью приветствуем вас сегодня. Сейчас позвольте предложить вам стул, а столовая сочтет за честь предоставить вам ваш обед. Вы наш гость. Вы наш гость. Позабудьте грусть и злость. В нашей очень вкусной рыбе не наткнетесь вы на кость. Суп дежурный, шик, не обеда, просто шик. А вот паштет, он очень вкусный, и к нему пирог капустный. Запою все рокору, а Франция мой друг. Умоляю, не стесняться и поесть. Так выбирайте блюдо, угощение груда. Вы наш гость, вы наш гость, вы наш гость, ваша честь. Вот рагу, вот суфле, сладкий пудинг на столе. Приготовим мы, откроем кулинар в хабаре. Ваши груз улетит, стол давно уже накрыт. И исчезнут огорчения в вашем тающем печенье. Станем петь, станцевать, можем фокус показать. И во всем отменный вкус. Поднимем мы бокал за это славный бал. Он вашу честь. Вы наш гость, пусть уходит грусть и злость. Вы наш гость, этот бал ваша честь. Жизнь такая скука, без людей дело мука. Если ты совсем не нужен никому, все. И совсем беда с работой разлука. А? Это жизнь ни сердцу, ни уму. Лет 10 пылились, все мы плесенью покрылись. Без работы изнывали от тоски. От безделья просто развалились. Очень изменились, но теперь мы пригодились. Вы наш гость, вы наш гость. Угощение удалось. Пирожки не подгорели, вино не разлилось. Ей служиться в этот час удалось. Мы горячим крепким чаем дорогие гости встречаем. Все мы здесь заодно. Это что тут за пятно? Отвечайте, чтоб нам стыдиться не пришлось. Уже духов еда, кусочек и едва. Ведь вы наш гость, 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 вы наш гость. Чишь, я все